Всем привет, с вами Лаградком, и сегодня мы продолжим играть в игрушечку под названием Kingdom to Crown. Соответственно, наливаем щуку, сажимся поудобнее, сегодня у нас будет атмосферно-оборонительный контент. Собственно, в прошлой серии мы остановились на том, что мы наконец-таки затащили. Затащили и не сдохли, так сказать, потому что мы уничтожили один портал, на нас напала просто целая орда вот этой всей стране, и в итоге, как вы правильно поняли, мы затащили и не сдохли. Мы такие вот молодцы. Короче, в этой серии я, по идее, хотел вот эту всю херню улучшить. Так, у меня почему-то там одна деньга не прошла, ну ладно. Вот эту штучку можно еще. Я, короче, что хочу в этой серии сделать? Я хочу, наверное, за серию, получается, взять и уничтожить все вот эти вот порталы. Тут, по-моему, осталось 2 либо 3 портала. Я не знаю, как мы это сделаем, без понятия, потому что это слишком жопно. Я тебе честно говорю. Вот эти все пацаны, которые идут, они просто тупо... Так, блин, мне эта музыка теперь начинает раздражать, потому что она слишком громкая. Лень, давайте ее на одну уберем. Я теперь вспомнил, почему я ее убирал, потому что мне самому громко. Если что, я у вас там подниму, и все будет нормально. Так что вообще там нет, не беспокойтесь. Короче. Я без понятия, надо было на самом деле это все за кадром сделать, но... Я не уверен, это геймплей игры такой, так что ничего за кадром не будет, народ, не сцыте. Если кто там сцит, конечно. Ну ладно, идемте тогда раздадим наши деньги, точнее как раздадим, отдадим в банк. Правда херовый банк? Здоровый банк, как твое ничего, лови монетки. Только давай ты их нормально все словишь, и ничего такого не произойдет. Я ему все отдам, потому что денег у нас дофига и больше. Ну ладно, одну монетку себе оставлю, так что быть, вот это мы еще отдам. Окей. Здорово, народ, мне нужны деньги. Я больше чем уверен, что у вас их больше, чем дофига. Ну вот прям честно. Еще с левой стороны у нас на дофигище монеток. Так, это если что, на нас сейчас будет стране бежать. Так что нормально. Так, какие, у нас уже полные карманы денег. Их получается 2 штуки бежит или что, я не понимаю. Ну, в принципе... А, точно, подожди. Мы кое-что забыли. Надо, во-первых, 2 воина вот сюда вот убить. И остальных на лучников перебрать. Не знаю зачем, просто потому что надо. А в общем, я так, по-моему, и не сказал, что хотел в этой серии сделать. Короче, в этой серии мы попробуем уничтожить все порталы, которые там только есть, блин. Ну, чтобы вот прям... Кстати, что это все-таки за созвездие появилось? Мне так никто в комментах и не написал, блин. Что, кстати, жаль. Игрушку я вместе с вами прохожу, так что если вы мне что-то напишите в комментах, то сразу же в следующей серии, получается, я смогу, допустим, что-то сделать, что мне там написали. Или что-нибудь исправить, или как-то так вот какую-то такую херню. Так, окей. Давайте тогда деньги вот этому чуваку дадим. А для чего мы ему отдаем деньги? Для того, чтобы у нас появились рыцари. Окей. Ну, точнее, не то, что рыцари. Какой-то у нас странный баг с монетками. Очень странный и очень подозрительный. Здорово, чуваки. Я больше уверен, что у вас больше, чем дофига денег. Я не понимаю, что за прикол, но... У меня через раз идут монетки. Странная какая-то вещь, ну ладно. Окей. Так, народ, дайте мне тогда оставшиеся ваши деньги. Мои деньги, точнее. А, ну все, у меня уже полные карманы. Понимаю. Хорошо. Идем тогда прокачивать, получается, наш правый фронт до конца. Ну, заметно еще вот эту херню прокачаем. Монетку нас сперли. Это сволочь. Ладно. Я, честно, пока что еще не уверен. Стоит ли там делать еще и вот эти вот бронительные вышки? Или все-таки не стоит? Если стоит, то... Да куда их делать? Короче, не уверен. Ну ладно, вот допустим, я тут могу построить. Но тут больше нет камней, так что смысла особо нет никакого. Если только вот тут где-нибудь. Прям вот тут вот. Ну это не точная информация. Но в любом случае. Так, ладно, знаете, тогда что сделаем? Или не надо это пока делать? Пока без понятия. Давайте тогда лучше потратим деньги вот на эту всю херню. Херобору, точнее. А может и херню? А вообще не важно. Окей. Я тут могу уничтожить? Не могу. Зато тут что-то могу. Интересно. Хорошо. Что, насколько далеко тут портал находится? Ну блин, достаточно близко. Мне это не очень нравится. Хорошо, давайте попробуем еще одну тогда вышечку сделать. Максимальную, естественно. В принципе, все было бы намного... Ну ладно, так уж и быть. В следующий раз я все за кадром сделаю, чтобы следующая серия точно была конечная на этом острове. А то действительно, все это, блин, слишком будет
Так, подожди, что-то я немного приуныл. Подожди, все это просто слишком будет долго длиться, поэтому я могу это все исправить. Так, блин, у меня денег до хрена, не больше. Пацаны, а вы че вот эту штуку обошли-то? Я че тут немного привис? Я просто не понял, куда столько много народу идет и... Явно не туда. Хорошо. Хотя бы одну ту штучку сможете, успеете сделать? Нет, а уже солнце садится. Замечательно. Я бы на вашем месте, пацаны, поторопился бы. Вот прям честная пионерская. Я поторопил... Так, подожди. Я и... Так, может реально тут все-таки что-нибудь прокачать? Ну, допустим, чтобы они, по крайней мере, качать могли безболезненно. Или все-таки это не надо делать? Им просто далеко бежать обратно, если что. Далеко и долго, и муторно, и неудобно. А вот тут вот прям, смотри, как идеально. Хотя, с другой стороны, ну вот прям пару разиков с другой стороны, я могу, по идее, там тоже две обороны поставить. Но, знаете, в чем проблема? Проблема в том, что, блин, сколько же денег тут. Так, у нас нищие тем временем идут. Окей, нищие вы будете у меня лучниками. У нас опять там, что ли, рыцарями не хотят становиться? А да, сколько ж можно? Или хотят? Давайте вот эту штуку прокачаем. Просто потому, что нам некуда деньги девать, и все равно потом это нужно. Я не понимаю, что за баги опять в этой игре? Почему у меня не все деньги сразу уходят? Ну, точнее, там видели же, да, что одной монетки не хватало, якобы. Так, здорово, нищий. Ты мне как раз и нужен. Эту штуку тоже убьем. Наши монетки. Надеюсь, что вот эти все пацаны, которые сейчас будут строить, потом быстрее же дойдут до, получается, правого. Почему столько много народа бежит с, казалось бы, с правой стороны? И где все мои... Может, еще нескольких прокачать? Где строители, Карл? Чего вы не строите? Да пока не понимать, пока не знать, что происходит. Неужели у меня строителей мало? Да не может быть. Вот эти чуваки откуда возвращаются? Смотри, целых три штуки. Что там делает три штуки? И почему тут есть крестьянин? А, четыре штуки. Стоп. Откуда там четыре штуки? Тут еще двое стоят. Я-то думал то, что они с этой баллисты, получается, проходят. Но, видимо, что-то не так, не эдак. Хорошо, народ. Здорово, чувак. Вот эту штучку прокачайте мне. По максимуму. Опять же, деньги не прорисовываются, не понимаю вообще, в чем проблема. Хорошо, чем мы еще можем сделать? Мы можем вот эту штуку построить, я надеюсь. Мы не можем. Надо вот эту херню уничтожить. Тогда сможем в следующий раз. Хорошо. Я пока думаю, стоит ли мне тут прокачивать вот эту всю зону. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что рыцари не успевают никуда уйти. И неважно, насколько близко расположены вот эти все, получается, мои стенки. Они один фиг не успевают. Да давай быстрее, стройте уже и уходите отсюда. С одной стороны, что я могу сделать? Я могу тут построить все-таки вышку. Но если я тут одну построю, точнее не вышку, а эту стенку. Если я одну построю, то получается нужно и вторую сюда херачить. Чё-то как-то я не хотеть это делать. Хорошо. Давайте все-таки ее прокачаем, или не надо. Ну им тогда будет долго до нас доходить. Ой, как все это больно. Как же это все сделать-то по-нормальному? Хорошо, теперь мы наконец-то эту штуку можем прокачивать. Я говорю, мы можем это прокачивать. В чем проблема-то твоя, я не понимаю. Мы же должны, по идее, это делать уже. Какая-то странная херня, ну ладно. Ну что, народ, вы сделали тут всю эту херню? Ладно, давайте так уж и быть, вы умудритесь вот эту штучку построить. Не знаю, насколько это будет быстро. Вообще, на самом деле, надо было... Ну и ладно. Немножечко лоханулся, так что фиг с ним. Дай только быстрее. Мне эту херню нужно сразу хотя бы минимум там, не знаю, прокачать, да. Да хотя нормально, я думаю то, что выживем. Не сцитин, Рот. Сейчас хотя бы до камня прокачаем, и все будет нормально. Надеюсь, мы успеем ее. Здорово, чувак, лови монетку. Так, не-не-не, пацаны, до камня. Качаем ее до камня. Я надеюсь, все это время вот эти вот пацаны идут сюда. Ну, лучники пришли. Насчет рыцарей не уверен. Хорошо. Ну и чё? Херню мы сделали или нет? Пока еще не знаю. Пока еще не понимать, не знать. Ну, вообще, на самом деле... Ну ладно, не знаю. Не спрашивайте меня. Без понятия, нормальные это вещи или нет. Хорошо, давайте тогда...
Но мы не будем ее дальше прокачивать. С одной стороны, нам все равно это не успеем сделать. Хорошо. Я надеюсь, то, что рыцари уже тут. Да, рыцари тут, замечательно. Баллиста еще, к сожалению, не пришла. И это печально. Мы тут оставимся на ночь. Просто в любом случае нам надо. Так, ну давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем вот такую вот херню. Просто чтоб наверняка. Ёхта, откуда у вас столько? Откуда столько денег-то, народ? Мне... Какая же странь. Откуда у вас столько денег? Ответьте мне, пожалуйста. Ответьте мне, пожалуйста, откуда? Блин, и что мне с этими деньгами-то делать? Я же, я это... А что, все что ли? Серьезно? Так быстро? Ну ладно. Я-то думал, то, что волна будет посложнее. А что-то в итоге оказалось все наоборот. Хорошо, тогда потратим вот немножечко этих денег. Вот эту штуку тоже прокачаем. Можно еще, по идее, вот эту. Но пока я не уверен. Ладно, так уж и быть. Будем вот эту штуку прокачивать. Но это все равно надо. А, да, точно. Все те, кто пьют чаек, либо же едят, приятного аппетита и приятного чаепития. Короче, ладно. По идее, как только мы вот это все прокачаем, то все будет нормально. Кстати, мне кое-что нужно сделать. Перед тем, как... Я все-таки не понимаю, откуда у них столько денег, ну ладно. Блин, я еще там буду с этих полей собирать. Ну, короче, не знаю, ладно. Фиг с ним. Можно, в принципе, потратить на корабль. Это, конечно, все весело. Все используется, но что-то пока не хочу. Ладно. Но опять тут дофигища нищих. Нищие, ловите монеток. Давайте еще тогда хлеба сделаем. С одной стороны, плохо то, что я нищих не успел завербовать. Но с другой стороны, пофигу. Вот как бы звук есть, но монеток нету. И это, если что, видео не отстает. Это просто очередные баги вот этого вот, блин, королевства. Замечательно. Так, хорошо. А, точно, я вспомнил, что я хотел, блин. Пока до сюда дошел, уже забыл. А здорово, чувак, ты мне именно нужен. Нет, мне нужен другой, вот этот вот, да-да-да, все замечательно. Идем, я тебе покажу светлое будущее, я тебе серьезно говорю. Вообще офигенная вещь. Я хочу сделать еще одну вот эту вот, как ее можно обозвать-то? Баллиста? Не, есть катапульта, есть баллиста. Нет, все-таки баллиста, окей. Я хочу сделать еще одну баллисту, но только будет она вблизи находиться. Все-таки вот, когда она вот так вот расположена, то это немножечко неправильно. А, они достроили до каменной херни большой, хорошо. Ее нужно строить вот здесь вот. Хотя, ну ладно, давайте все-таки построим. Да, блин, я не понимаю, что с монетками происходит, ну ладно. Не, пацаны, давайте все-таки достроим ее до максимума. И мне теперь нужны деньги. Теперь-то они мне уже пригодятся. Кстати, я заметил то, что в отражении даже вот сколько мне нужно денег потратить есть. Прикольная тема. RTX on, так сказать. Окей. Ой, не уверен, то, что я все это правильно делаю. Ну, и ладно. Следующую ночью получается. Даже не ночью, а утром. Если мы справимся, все очень быстро. Так, чувак, ты-то мне как раз таки нужен. Лови монетку и будем жить весело. Вот эту штуку бы прокачать было бы тоже весело. Хорошо. Пока вам все равно делать особо нифига. Вот эту штучку тоже прокачайте. Я не думаю, то, что нас кто-то тут уничтожит, что с нами тут случится не то. Вот это тоже можно, по идее. Думаю, столько лучников нам с лихвой хватает. Окей. И у нас теперь уже денег не хватает. Что за приколы? Так, народ, ну возвращайтесь. Всю ночь, все, всем спать пора. Ну, точнее, как спать. Защищать мое королевство, естественно. Блин, ну тут теперь дофигища людей. Кстати, я что-то катапульту не вижу. Меня смущает. Жалко, что вот эту херню нельзя дальше прокачать. Печалька так-то. Кстати, нету еще этих... как их, копьеносцев. Я их что-то не вижу, по крайней мере. Они, по идее, до сюда должны доходить. Ладно, давайте копьеносцев еще купим. Хорошо, хорошо, убедили, уговорили. Давайте три штучки. Три штучки замечательно будут. Во, видите, вот эта херня все-таки достреливает до них. Ну, нормально и справились. То есть, видишь, вообще даже ни единого кирпичика не упало.
Серьезно, у нас тут даже нету этой херни и нету еще одной вышки. Так, это отсюда пришли? Не, это другие. А чего вы так долго до сюда доходили? Вы уже тут нахер не нужны. Блин, а у меня денег нет. Печально. Идемте тогда за деньгами, что могу сказать. Просрали, конечно, время, ну и ладно. Вот, блин, очень много на это все времени уходит. Чтоб просто прокачаться, чтоб тебя не уничтожили. Я знаю то, что уничтожишь портал. Ну ладно. Опять же, если бы я это все сделал за кадром, было бы не так интересно. Скорее всего, было бы скучно. Пацаны, мне нужны ваши деньги. Даже если они будут падать, мне уже по барабану, честно тебе скажу. Хорошо. И теперь идем тогда прокачивать правую сторону. Блин, они все-таки падают. Печально. Хорошо. Ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот это вот все пробить и дойти до моей центральной, получается, не обороны даже. Чуваки, вот эту штучку прокачайте, и все будет замечательно, я вам серьезно говорю. И еще кое-что нужно. Вот эту вот штучку можно? Да почему нельзя? Что за бред? Тут место есть. В чем проблема? Еще ворон на меня каркает. Вот сволочь. Хорошо. Ну, блин, жалко, что только два строителя могут работать. Почему тут только один чувак? А, ну, потому что я эту херню не прокачу. Хорошо. Блин, уже почти что солнце в зените. Ну, какая же дичь. Дайте прокачать, дайте. Ну, дайте. Вот, все замечательно. В принципе, можем ее до конца... Нет, мы ее обязаны до конца хотя бы прокачать. Да хотя бы до троих вот этих лучников. Не обязательная тема тогда. Хорошо. Я на вас надеюсь. Надеюсь, что вы успеете. Если вы не успеете, то ну, печально что. Ой, нужно, короче, ну я мог бы, по идее, на паузу поставить, но что-то как-то это, я и без этого серию задержал. По идее, вчера должна была выйти серия, вот это как раз-таки, но что-то она не вышла, просто потому что были... Я был немного занят. К сожалению, сегодняшний август, ну, немножечко меня это... Берет на понты, точнее, не на понты, как это можно обозвать. На слабо берет, вот. Точно. Так, будем ее еще скачать? Не будем. Будем ночью ее прокачивать. Вот эта штука обязательно должна полностью докачать. Народ, я на вас очень сильно надеюсь, что вы успеете это сделать. Вот прям честно вам скажу. Я буду болеть всячески там, всеми только... Блин, они не успеют. Фигово. Хорошо. Эту херню вы прокачали? Ее теперь немножечко. Все? Все нормально. Тогда вот эту штучку теперь мне прокачать, и все будет вообще замечательно. Я надеюсь, у меня хватит денег. У меня хватило. Ух, блин. А монеток больше нету. Народ, у кого-то из вас есть деньги? Ну, прям вот пару разиков надо. Вы что-то наверняка кроликов убивали. Чего вы мне тут рассказываете? Так, хорошо. Тут сразу... Вы, по идее, должны успеть. Все, окей. Сразу два лучника сюда пришло, и все замечательно. Так, я не думаю, что тут что-то произойдет плохое. Им достаточно сложно будет оборону это пробить. А мы идем за деньгами. Идемте тогда, знаете, куда сразу? Если, конечно, это нам чувак сразу не даст все, что нам нужно. Нет, он нам не даст. Ой, ладно, идем. Блин, ну, я бы хотел немного дальше влево уйти, потому что там сейчас деньги, они вообще пропадают, скорее всего. Но не уверен то, что вообще мне это надо будет делать. Серьезно, мне вот одной вот этой вот херни достаточно с лихвой. А то будет про запас, так сказать. Сейчас деньги начнут падать. Я все, что их сам ранее. Специально, чтобы они не падали в воду. Если сам их роняешь, то они падают на землю, и если их роняет игра, то они падают в воду. Это так, на всякий случай, для тех, кто не знал. Хотя, скорее всего, вы знаете больше, чем я. Хотя я, блин, уже играю в эту игру, что охереть можно. А, здорово, чуваки, вы все уже, да? Как тебе не повезло-то? Хорошо, видимо, тут они закончили. Ну что ж, идемте тогда прокачивать вот эту вот фигню. И как только ее прокачаем, то сразу же идем нападать на портал их. Ну, в этой серии. Но получается, в этой серии будет точно такая же, как и прошлая серия. Ну, какая же срань. Ну, а что поделать, игра такая. Пацаны, давайте только быстрее. Ну, давайте, ну, прям пару разиков. Давайте. Блин, можно было бы их увеличить, скорость вот этой вот прокачки было бы замечательно. По идее, что я могу сделать? Там уже сейчас будет 3. А, нет, мне надо 4. Мне 4, либо хотя бы тут те же 3, но защиты нужны. А строят они это очень долго. Прям неимоверно долго. Ну, блин. Ладно, зато не буду отсюда отходить. Хорошо, давайте посмотрим, что там происходит у нас спереди. По идее мы можем тут еще оборону построить.
Но пока я это не хочу делать. Только один камушек. Да все, короче. Вот это, по идее, вот эта вот комбинация будет достаточно, чтобы уничтожить все порталы. Я не поверю, если они еще смогут это... хоть что-то сделать. Блин, сколько лучников у меня погибнет, вы понимаете? Просто такая странь. Несправедливо. Хорошо, народ, вы должны сразу еще сделать одну фигню. Желательно 4, чтобы тут было лучника. Сейчас они построят защиту, и потом они только построят 4. То есть мне еще 2 апгрейда. Ну или один. Не суть. Какая же срань. Блин, ну давайте быстрее. Ну пару разиков прям. Блин, а следующий еще будет дальше делаться. Эх, они скорее всего не успеют. Солнце уже в зените. А может и успеют. Не, вряд ли они успеют, это точно. Ну, ладно, что поделать-то. Ну, такая несправедливая фигня. В принципе, они все равно там пока ее будут достраивать. И все равно нам нужно ночь ждать. Давайте тогда, знаете, что сделаем? Давайте пойдем налево и прокачаем там по максимуму оставшиеся вот эти вот вышечки. Надеюсь, эти пацаны, которые у меня справа строят вышки, не уйдут налево. А то будет несправедливо. Вот прям честно пионерское. Монетки, по идее, еще можем отдать. Но нам ни горячо, ни холодно от этих монеток, если честно. У нас их и так дофига. Хорошо, что-то нищих я давно уже не видел. И тут снова монетки валяются. Посмотри, насколько их много. Просто какая же жесть. Хорошо. Ну вот эту штучку можно мне прокачать? Ну вот прям пару разиков. Ну, а тут нормально, кстати, монетки идут. Хорошо. Народ, а вы тут прокачали? Смотри, у меня тут даже не максимально. Просто понимаешь, насколько все... Слушай, как бы проблема заключается в том, что вы сейчас вот... Блин, какие же вы срани-то, однако. Сейчас, видимо, со стороны вообще... А, не, смотри, они забрали деньги. Блин, да просто посмотри, сколько тут их. Просто пипец. Просто жесть. Мы еще тут, по идее, могли бы еще заработать. Это просто... как этот мультик советский назывался? Где ходила это, какая-то антилопа и копытами своими монетки спавнила. Ну, не спавнила даже, как это сейчас обзывают. А, ну так и обзывают. Короче. Антилопа с золотыми копытцами. Вот я такая же херня, только я грифончик. У меня лапки, видишь, тоже золотые спереди. Ой, ладно. Ну, в общем, хотел это все прокачать, но меня что-то закидали деньгами и сказали, вали отсюда нахер, король. У нас и так все хорошо. То чувство, когда них... это, налоги не нужны. Кстати, вот эту штучку, по идее, могли бы срубить бы. А давай, а в чем проблема? Пацаны. Так это же только будет плюс. Мне это, зрение меня не подводит. Подожди, еще тут есть... Ну все, они точно не пробьют эту оборону. Я не поверю в это. Так, а дайте мне тогда сразу ее построить. По идее. Кстати, стоп. Я так и не вижу свою баллисту. Не, баллиста на месте, хорошо. Так, тут я больше не могу ничего сделать. Почему-то. Казалось бы, почему? Они все продолжают убивать кроликов. Вот эту херню мне на максимум надо прокачать. И дальше идем, мой офигительный план сделаем, реализуем. Ну что, народ? Я там могу найти? Вот, все, могу. Хорошо, что я заметил ее. Так, да она еще, по идее, тут есть, и, возможно, вот тут вот. То есть, пипец, сколько тут, это охереть просто можно. Так, ее уже прокачали. Хорошо. Идемте тогда ее по максимуму прокачаем, что ли. Опять же, время тратить, ну такая херь. Ну а что поделать? Это очень даже нужная вещь. Ладно, все. Вас уверяю, вот это вот последний вещь. Хотя уже 24 минуты, блин, прошло. Последнюю вот эту прокачку и все. Я буду точно уверен. Почему тут только один чувак строит? Неужели вы все просто... Мне не хватает этих строителей. Охереть, уже зенит. Солнце в зените, алло. Ну, хотя они скоро достроят. Ну, ладно, фиг с вами. Блин, они целый день строят ее, получается. Понимаете, сколько времени на это уходит? Просто жесть. Так, Да, чувак, кстати, справляется хорошо.
В одиночку сделал 2 апгрейда. Сейчас еще 3 сделать за день. А те пацаны вдвоем не могут сделать 1 апгрейд. Какая же срань. Опять деньги мне дают. Ой, какие же вы уроды, конечно. Мне столько много денег. Вот давали бы вы бы этому казначею. Было бы замечательно. А мне-то что их давать? Мне они сейчас не нужны. Что-то странно, он очень долго делал. А, ну потому что это каменная фигня. Вон, наконец-то ему кто-то на помощь бежит. Ура. Хорошо. Я надеюсь, та вышка будет справляться со своей задачей и будет херачить. Нету. Вот эту вот нечисть, блин, которая у нас бежит, постоянно уничтожает нас. Не, пацаны, вы дальше прокачивайте. Мы этим сейчас займемся всю ночь. По идее, мог бы еще пойти налево и там что-нибудь еще прокачать. А, ну, не хотите, не быть. Вот эту штучку можно, опять же, прокачать. И тут стенку можно поставить. И тут можно стенку поставить. Но, как я вижу, тут, ну, тут, по крайней мере, точно, а вот тут я не уверен. По-моему, там тоже грязь находится. Для чего? А, для того, чтобы у нас точно не пробили и не уничтожили. Сейчас вы все узнаете. Если вы не смотрели прошлую серию, я, кстати, забыл про аннотации сказать. Эх, блин, срань какая. Да-да-да-да, не урчи. Короче, сейчас вы увидите, какая жопа будет. Это просто, как обычно, кстати, в конце серии будет, что печально, но на что я могу с этим поделать. Хорошо, пацаны, до конца прокачивайте, и все. И будет замечательно. И тогда следующим утром мы сразу же нападем. Слушай, а может сюда рыцарей позвать? По идее, звучит логично. А с другой стороны, не хочу, потому что, ну а вдруг их... Они же тупят, блин. Так, ладно. Ждем тут срань, всякую нечисть. Ну что, давайте, я готов. И мое войско тоже к этому готово. Что-то у вас как-то маловато. Видишь, тут на меня волны нападают. Очень легкие. Ну, реально, очень легкие. Это их легко отбить. Но несправедливо много начинают идти, как только ты уничтожаешь портал. Просто реально несправедливо много. Хорошо, давайте знаете, что сделаем? Давайте нападем на них. Надеюсь, больше на нас никто не будет. Хорошо, и знаете, что сделаем? За этими пацанами мы можем, в принципе, не идти. Нам это ни горячо, ни холодно от этого не становится. Идем прокачивать нашу баллисту. Для чего? И каким образом? Смотри, у нее есть такая фигня, чтобы она херачила огнем. Ну, что нужно видеть, давайте купим там дофигища штук, и все будет замечательно. Хорошо. И знаете, что сделаем? Хотя я не уверен, что это нам надо, но... Пусть будет. Прям все деньги на этом бьем. Идем на левую сторону, возьмем побольше еще денег. Ну что, народ, мне нужны ваши монетки. Блин, еще какая-то херня в глаз попала, а это срань. Ну, короче... Да дайте побольше, чего у вас так мало? Срань. Ну ладно, фиг с ним, недостаточно. По идее, мои уже там рыцари должны были закончить. Вот как я вовремя-то, а? Надеюсь, с ними там ничего не случилось по пути. Потому что меня как бы там не было. Может быть, рыцаря там какого-нибудь убили. Что я... Ой, как не хочу, чтобы такое дерьмо было. Тут, к сожалению, только 2 рыцаря. Так, пацаны. Вроде как все живы, все здоровы. Хорошо. А теперь у нас начинается полнейшая срака. Ну чё, я готов. Так, только знаете, что сделаем? Повыкидываем тут монетки. Вот прям все эти монетки нам нафиг не нужны. Рыцарь, ты куда идешь? Ты куда идешь? Ну, не, ну вы видели? Не, ну вы видели? Ну, видели вот эту херь? А он сейчас не подбирает, да? Не подбирает. Понимаешь, если бы сейчас на меня напали вот эта вот вся херня бы, это просто был бы ГГ. Просто ГГ. И надеюсь, вы сюда сейчас не пойдете. Так, а... А чё ничего не происходит-то? Че, все что ли? Забыли, что ли? Только не говорите, что вы слева идете. Если вы идете слева, то это нечестно. Я вам серьезно заявляю. Я это. Не, нифига. Может, они все-таки справа пойдут? Не, видимо, они все-таки слева пошли.
Ой, какая же срань. А почему? Ответьте мне, народ, почему вы слева-то пошли? Или почему вот эту штуку сюда построили? Надо идти узнавать, что ли? Да, они слева пошли. Офигенно! Что я могу сказать? Это несправедливо, это нечестно. Я тебе серьезно говорю, несправедливо. Это нечестно. Я буду протестовать. В смысле, игра, ты неожиданно меня решил напасть слева? Я так и знал, то, что надо было защищаться еще и слева. Я не знаю, как эту штуку отбивать. Так, чувак, давай быстрее ешь. Это, блин, какая же срань. Так, ну, ничего хорошего в этом нету. Они, скорее всего, сейчас тут все пробьют. А просто неизвестно. Ты, называется, атакуешь правую сторону, а на тебя идут слева. Типа чего, кого? Монстры неожиданно, там, не знаю, меня решили обхитрить, что ли? Куда это там поехал чувак, интересно? Ой, ну пацаны, ну чё, деньги трачу на вас. Так, вы все тут сделали, да? Какая же срань. Ну ладно, давайте тогда прокачаем обратно вот эту всю вещь. Да, конечно, дофигища просто мы просрали на это денег, но а чё поделать. Я не знаю, как это по-другому это обозвать. Это просто дичь сейчас была. Откуда столько тут денег, мне интересно. Так, вот эту штуку, по идее, нужно прокачать, да? Окей, отсюда они все-таки убрали всех лучников. Ой, какая же срань. Так, вот эту штуку тоже прокачайте. Блин, я не вижу за этим туманом, где мне тут нужно вкачивать. Ой, что это такое сейчас было? Конечно, было интересно. Но слушай, они, по идее, ничего мне не сделали прям такого особого. Да, уничтожили всех тут фермеров. Да, печально, да, обидно, но не более. Дальше они особо не прошли. Что очень даже интересно. Так, окей. Рыцари у меня, по идее, живы. Что, кстати, очень странно. Они тут выживают, а с другой стороны нет. Хорошо, давайте дальше все на лучников сделаем. Мне нужно больше лучников, Карл. Больше лучников, богу лучников. По идее, можем сразу же атаковать правую сторону. У нас время, по идее, есть. Ну, блин, ну какая же срань. Что они-то? Да хотя времени у нас уже нету. Блин, ну как же срань. Так, ладно. Они опять восстанавливаются. Они еще и восстанавливаются очень долго. Я надеюсь, они сначала левую сторону восстановили. Так, ну, косари сразу же вернулись на свою работу, по идее. Вы хотя бы что-нибудь достроили, чуваки? Ну скажите, что достроили. А, видимо, у меня все эти подокли. Раз они ничего не построили-то. А чё вы сюда идете-то, народ? В смысле? Вас не учили сначала нужно самую дальнюю точку строить? И чё вы сюда идете? Вы же умрете. Вы не успеете просто это все достроить. Лучники до... А, нет, лучники дошли. Так еще один чувак идет сразу эту херню строить. Слушай, ты больной или да? Во-первых, ночь. Я надеюсь, то, что никого не будет. Но я только знаю то, что не будет. Блин, а? Ладно, давайте тогда деньги просрём на эту херню. Все отсюда сюда дадим. Надеемся, что сюда больше никто не зайдет. Да? А у нас еще красная луна. Ну, замечательно. Кстати, тут есть один чувачок, который может меня убить, к сожалению. Я от него, если что, не уйду, поэтому нафиг отсюда ухожу. Ну, не судьба, видимо. Видимо, не судьба. Блин, к сожалению, невозможно еще вот этих чуваков будет херачить. Я не понимаю их логику. Чего они строили все это время? Ну вообще непонятно мне. Причем у меня их до хера и больше, они все равно идут как-то через жопу. Они там достроили что ли, или что, я не понимаю. Ну, замечательно. Не, его убили. Хух, блин, я уж подумал, что я сейчас сдохну. Какая же срань. Так, они оттуда убегают. А это что такое, народ? Можете мне объяснить, что вот это вот такое тут летает?
Вот прям пару разиков. Вот это вот что за херня? Чё вы тут забыли, чуваки? В смысле? Вообще ничего не смущает в этой жизни, да? Взяли, забрали людей, короче, улетают. А эти дурни даже не достроили. Знаете почему? Они бы успели бы достроить хотя бы одну вот эту херню. О, ты куда бежишь? Ну смотри, казалось бы, ночь. А вдруг тут была бы волна? Вот этот чувак просто бежит, потому что тут вот кого-то убили. Замечательно, да? А дерево неожиданно решило поохотиться на кроликов. Ой, какая же срань происходит все-таки. Я надеюсь, то, что сейчас все те пацаны, которые убежали... Блин, тут два лучника сдохло так-то. Можем вот эту штуку, по идее, прокачать. Так, ладно, у нас, по идее, была красная луна, мы успеем это все сделать. Это точно. Ой, ладно, я думаю, на этом мы закончим. Я тогда все-таки все сделаю за кадром, чтобы точно вообще ни единая мышка тут не прошла, и все было бы замечательно. Хорошо, на этом я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, рассказывайте друзьям, смотрите в аннотации, ставьте колокольчик, и всем до скорых встреч, всем удачи и всем пока.